Ты помнишь, как играть? Ну, я бы помнил, если бы я помнил. Ты сейчас будешь страдать. Мы будем страдать. Где мы? Ты помнишь это место? Ох, зря мы не играли месяц в игру, да? О! Здрасте. А, мы же в рандомайзере, блядь. Все, эти черти умеют плеваться, я не помню. Будем считать, что нет. До тех пор, пока они это не сделают. Выруби. Прикольное место, да. Да ты охуй! Добей жука. Нахуй ты это сделал? У меня мания на них. Только попробуй, и ты лишишься очка. У меня его всегда не было. Нет, зеленый умер. Пошел нахуй. Ой. Да в смысле его так круто? На нахуй. Ладно, я его даже не видел. У меня снова задержка. Ну просто жри с задержкой. Главное жри. Ой. Ложись! Ложись! Казахстан угрожает нам бомбардировку! Я ничего не вижу! Сука! Похуй! Ноль ФПС! Не знаю, там просто водоросли зашевелились, я испугалась. Ну там было. Водоросли. У тебя тут всегда какой-то пиздец. Не уверена. А я поняла, что это. Это ж рандомайзер. Я уже понял. Нахуй. Ок, уже лечу. Лечу. О! Нет! Нет! Им очень плохо там. Только да, не в эту трубу. Какую угодно, только не. Пока. Вот это цирк! Бля! Пепу, пепу, пау, пау. Сильно мало поменял. Бля, кому? Ах ты цирковое уебище. Сумка! Кожаная! Гладко кожики. Вот он, блядь, игрок Fallout. Я уважаю каждого Человека-паука, находящегося в этой комнате. Включая меня? Нет, потому что ты черный! Да, это очень плохо. Если... Зато тут я... Ты видел бы? Нет! 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 Прощай, батя Симбы. Прощай, Муфаса. Вертится, блядь. Да! Да! А, блядь, как он ползет. Нет, стоп, я не хочу сюда! Нет! Ну, это, блядь, было смешно. Блядь. Блядь, нет! Нет, 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 я быстрее, чем ты. Ты медленный. Я обязательно выживу. Нет, нет. Это противостояние было не вечно, к сожалению. Хорошо полетел. Спасибо. Я попал в него. Ёбо, хорош. Меня правда. Беги! Нет, я его бью. Надо его добить. Надо да, добить всех уже. Не! Да до хрена ты выпрыгиваешь от меня, я тебе наоборот помочь хочу. Помогите! Ты псих, у тебя травма с головой. А, нет, жопу не надо, жопу. Ой. Там что-то упало. У тебя, блядь, там метал пайп в реальной жизни. Да, это косплей. Очень смешно. Ах, не, давай ты сюда тоже подключай. Да, к электросети, блядь, пиздить интернет. Ломать нахуй, ломать! Вера, ты же знаешь, что через 5 галек теперь идти это зашквар. Для новичков это не зашквар, а вот для нас, профессионалов, это не, это зашквар. Профессионалы. Анал, от слова анал. Ну, хватит, блядь. Гусеничка драная. Я думала, хватит танусные шутки выдавать, да? Да, блядь, куда она? Я наверх пытаюсь, а ты вниз. Я тяну нас, да? Я обуза. Не знаю, ну вроде. Смотри, нахуй. Все. Сука, что за хуйня?
меня-то тоже. Обоих нахуй. Я полежу. Три точки. Ты слышишь меня? Нет, не слышу впервые. Сука, заткнись нахуй. Мы тут такой пиздец. Маленький, если что, на пол моей камеры. Думай, мне известно, что тебе нужно. Ты в цикле, который постоянно повторяется. Ты хочешь выбраться. Знаешь, что это не отличает тебя от остальных. Все живые существа чувствуют подобную безысходность. От микробов не развеяться до меня. А я, если говорить откровенно, в сравнении с ним багоподобен. Начну с хорошей новости. В каком-то смысле я тот, кого ты ищешь. Все такие, как я, освободить тебя и бесчисленное множество других. Я не приду, да я пошел нахуй, я заебалась это читать уже миллиардный раз. Давай, развивай свои рэп-навыки. И давно уже нет. Великодушный благодетель. Так, теперь плохая новость. Окончательное решение не найдено. И с каждой секунды мое оборудование изнашивается все сильнее. Я не могу спасти вас всех или тебя лично. Я даже себе помочь не могу. Охуеть, я читать умею. Я даже себе помню. Но у тебя есть выход. Старый путь, иди на запад через массивы фермы, спустись разлом как можно глубже. Туда, где древние построили храмы и плясали во время дурацких обрядов. Нет, который дал тебе станет ключом. Всех это не спасет, но тебе поможет. Я твою мать, конечно, угощайся, они не съедобны. Я понимаю, что в конечном счете это значит мало, но буду рад, если ты выберешь другой путь наружу. Не хочу, чтобы кто-то снова рискал в моих блоках памяти. Тут есть отличная шахта доступа. Выкинь нас туда, пожалуйста, умоляю. Ты, блядь, что ты сделал? Я ничего не делал, я просто прыгнул. Меня можно выкинуть, пожалуйста. Мы за ручку держимся, не бойся. Охуеть, мы это сделали. Охуеть! Не заебали меня слепить. Там, видишь, хуйня снизу. А-а-а! Нет, не трахай меня! Я забыла, как это DLC-шняя локация их города называется. Я ее Некрополис хочу назвать. Метрополис, да? Метрополис. Будет Некрополис, когда туда, блядь, придет техник. Извиняюсь, артифайсер. Какая разница, техник, артифайсер? Сука большая. Артифайсер, сука, типа артифайсер. И женщина может быть, да? А как ты, блядь, сделаешь техник? Как, блядь, это... Техничка. Пол цикла до моей смерти. Шучу, ой, там кто-то за хуя. Что это за хуйня? Я поняла. А я передай. Сразу поняла, кто там. Передай привет няшке. Ух ты. Пока, жаль этого добряка. Он сдох. Как? Он не умер, он еще жив, сражается. Нет, там слева жив. Еще мертвый. Слева мертвый, а этот вот сейчас... Ой, здрасте. Мне вас жаль, вы сейчас умрете. Я ради драконоборца это сделал, не бойся. Давай, на совести все это, дымоход твой. Ок, моя любимая локация, люблю в ней помирать. Я просто помню свое давнее видео с Хантером, как я просто на каждом шагу там умирала. А вот сейчас я проходила, как сказать, у меня 6 циклов осталось еще там. Это я еще к Гальке сбегала. Блять, боимся нахуй всего, да. Там да. Трейн Лизард. Классно, да. Где? Ну, там, в проходе. А хули ты, блядь, стоишь? Я думаю, ты, блядь, нахуя стоишь. Беги! А я не помню, когда вы меня с Rain World познакомили. А, да. Примерно тогда, когда и все. Моя легендарная рецензия. Нихуя себе. Да. Что ты говорил, блядь? А я не помню, там что-то... 7 из 10. 7 грибов, которые жрали разработчики из 10. Фу, ненавижу. Фу, нелюбимая локация моя самая. Ой. Ты это... Классно получилось. А я тоже этого не ожидал. Чё за пранки? Какой бежать? Всё, уже поздно. Мы в бою. И умереть нахуй, потому что он, блядь, у него интернет снова вымер. Бля, я не заметил этого гануда. Да ну, не верю, но... Блядь, я в кого-то другого попал. Можно? Возьми меня, возьми меня, возьми меня. Ой. Пик ми. Мне не нравятся кошмарики здешние, поэтому мы будем спать. Кошмарики. Да. Во все тяжечки. Налево или вниз? Блять. Ой, это. Блять. Влево. Красная скалопендра. Да мне поебать, кто там? Да мне поебать, кто там нам влево? Пиздец, там пиздец. Чё будет? Понятно, блядь. Очень. И побежали, очень смешно, побежали. Блядь, там их двое. Давай к ним, давай к стервятнику, с ним поприятнее. Блядь. Я пока. Я тебя освобождаю.
Сука, нет, беги обратно, беги обратно! Да не, они все, они там остались, беги. Беги, побери меня. Пока. Ну нахуй, нахуй, в пизду это. Понятно, мы туда. Он сюда залезет. Ой, это, кстати, это Хантер. Их тут много. Это что, мир этих? Это мир клоунов! Рандомайзер дает. У нас двойная травма, у нас двойная травма, брат. Это ёбаный цирк. Реально. Да, ну как бы если он... Это у него есть урон, все такое, то... тихо! У меня все на автомате. Слава богу. Жопу стопьё. Давай лучше ты, мне страшно. Я такое как бы осуждаю. Медленно сходит с ума. Мы такое пережили. Мне уже ничто не хочется здесь видеть. Я тоже. У меня еще есть надежда. А? Что? А? Под жопу ему. Если ты не бог, то я не знаю, что это. Ну, выбора нету, придется прыгать. Да. Блять. Я не переживу еще одного циркового выступления. Да. О, заебись, заебись. Все, там какой-то клоун, надо его убить. Все, беги. Там, нигер. Да мне богу, кто там, убей его, уничтожь его, порви ему шопу. Он добрый. Я добрый. О, нет, я, он блядь, скорее... Ненавижу. Он скорее хаотик, нейтрал. Да мне этот ваш Rain World дороже собственной психики. Да мне этот ваш Rain World эту психику порвал за все клочья. Давай дома, да? Останемся. Вниз или влево, да. Пофиг, беги, беги. Пиз! Почему между двух огней? Влево, влево. А может, давай... А может... А может, на... А может, нахуй это всё? Да ёпта. Они приближаются. Ааа, нет! Ты жив, беги! Я жив, беги, я рассыпную! Помогите! Нет, деды! Деды воевали! Я испугалась! Цирк! Бле... Он тебя в щечку лизнул. Он меня поцеловал. Кидай камень, нахуй. Только попробуй быть слева. О, беги, беги, беги! Джеронимо! Похуй, и так сойдет. Да, я уверена. Там этот сердечный приступ на секунду случился. Давай туда сразу пойдем. Чё? Вот туда сразу? А сколько сейчас времени? Погоди. А-а-а! У нас уже нет выбора. На какую концовку пойдем? У нас есть выбор. Ну, есть, мы же на выжившем, по сути. А, да на... Ой, блядь, как смешно. Мама! Ой. Батут. Пиздец, а не батут, нахуй. У вас у всех травма, походу, на технике, кроме меня, да? Да, беги. Смеется как псих. Давай, убей. Блядь, весь в леденца. Вкусняшка. Ты чё, не подходи к краю так близко. Зато он нас не убил. Помогите! Ой, его разнесло! К чертям! Да-да, вот, почти. Давай, да. Где оно? Стой там, стой там! О, стой, всё, пока! Пока! Сука. Там ещё есть мины? Нет. Спать. Блять. Пока. Сейф просран.
мне кажется, она нас не захуярит в первый же момент. Ня! 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 Помилуй! Помилуй, бога ради! Я умираю в тебя, пожалуйста! Ха-ха, кажется, я в опасности! О! Где она? Ее нету, Ислав. Она тут есть! Мы ее не видим, но она есть! Она всегда с нами. Она всегда с нами. Здрасте. Да ну нахуй. У меня травма. У меня тоже. Зато какой контент. Беги, беги, беги. Нет, ты беги, долбоёб! Блять, беги! Нет, беги, просто беги, просто беги. Там котенок. Негр, кстати. Где? Где? Я не вижу. Там, да, да, блин, беги! Вон, видишь? Я пытался ударить ее. Где? Слева? Да, видишь, он там маленький такой. Возле моего трупа. А, я вижу, реально. Почему он нам не помогает? Он пытается, видишь, он просто... Твой труп мешает ему пройти. Ой, кто это там идет? На, все, пока. Он бежит, он бежит. Его усыновил мусорщик. Бля, прикинь, они реально, они друзья. Они, не, они пиздят, они. Они пиздят. Он жив, он жив. Не, они походу друзья. Просто, а, нет, все. Это было предательство. Я это зафоткал. Блядь. Нет, нет, я не верю в это. Нет, все, умри. Ему будет мстить за предательство. Вот именно, его присосали, прекрасно. Он теперь шлюшка. О, все, победа. Ань, пидорасина. Что ты учишь эти размывать? Пиздец. Драма. Нет! Нет! А. Он его поцеловал. А там, я кстати, вижу. Видишь красные ящерицы. Она всегда с нами. Незабываемая. Она всегда с нами. Как назовем ее? Как назовем ее? Я не знаю, Кристофер. Кристофер. Кристофер всегда с нами, не бойся. Кристофер всегда с нами. Ой. Вот это мы, Тим. Дрим Тим, Дрим Тим мы. Не, там были эти идиоты. Не! They ruined. Все. Ну, ты думаешь, это тебе поможет? Не уверена, но у нас нету выбора. Угу. Ну... Мы пытались. Молодец. Всё? Блин! Очень смешно. Кристофер всегда с нами. Кристофер всегда будет с нами, не бойся. Да. Котёнок! Пиздец, опять, блядь, детсад. Пиздец. Пиздец. Ёпта, блядь. Прибыть, раскидывать. Отойди, он сейчас упадёт. Жопа у него дёргается. Он тверкает. Бро. Пипяу. Что, он пойдёт обратно? Блядь, он снова... Они все тут... Нет, цапля взяла, она не съест тебя. Когда она берет в рот, она... Ну если он сдохнет, то это уже плохо. А если я сдохну, то все равно. Да мы сдохнем, в любом случае. А ребенка расквасило, кстати. Ты видел эту маленькую, эту прыгающую хрень, она прыгала быстро. Да. Вон он, по-моему, он продолжает прыгать. Да, я видел. Капец. Мочалка, бабушка, бой. А это я? Ну, зеленый, да. Теперь отходим еще ближайшие 2 месяца. Потом продолжаем и добиваем это, да?